известный композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой. Трагическая история Салтанат Нукеновой, погибшей от рук гражданского мужа, экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, вдохновила Фадеева на создание песни в память о ней. Прочитал о чудовищной истории убийства экс-министром своей жены в Казахстане, в публичном месте. Посмотрел видео из зала суда, там спокойное и невозмутимое лицо подсудимого, который объясняет, что жертва виновата сама. «Это вызвало у меня шок», — заявил Фадеев. Отрывок композиции, которая называется «Салта», он опубликовал на своей странице в Instagram и коротко подписал «Салта». Пусть она живет дальше в музыке. Выход композиции запланирован на 31 мая, в последний день весеннего месяца. Грядущая премьера получила мгновенный отклик от тысяч людей, которых история Салтанат не оставила равнодушными. На публикацию отреагировали брат и сестра Салтанат Нукеновой. В комментариях близкие Салтанат поблагодарили Фадеева за песню. «Максим, спасибо. Спасибо всем добрым и светлым душам за поддержку и добрые слова», — написал Айтбек, родной брат Салтанат. «Это нормально, реветь от ощущения единения народов всего мира. Пусть в мире будет только мир, любовь, дружба и единство. В реалиях нашего времени это очень дорогого стоит. Спасибо, Максим». Салтанат стала символом свободы для женщин от тиранов, от абьюзеров. «Спи спокойно, принцесса. Вот это шаг, аж до мурашек. Казахстан благодарит вас, Максим», — гласят комментарии под видео.